сантехника и акриловый умывальник. Ну и, конечно же, наша белая... Я намочила белую рукавичку. Вот просто ее намочила. Это белая новая рукавичка. И сначала я просто влажной собираю, ну, очищаю зеркало, да? Вот я очистила, влага здесь. Теперь другой стороной, сухой, я протираю. Делаю раз. Сейчас хорошо видно, мне кажется. Делаю два. Вот я протерла, вот не протерла. Делаю три. Ну и четыре. Можно еще пять. Все. Все, что касается, чтобы отполировать. У меня с одной стороны рукавичка мокрая, с другой стороны она сухая. И вот сухой стороной я протираю. И теперь, конечно, уже переходим на сам акриловый умывальник. И тоже натираем и полируем. То есть одна сторона влажная, а одна сторона сухая. Все. Вот и все. Все, все почистили, все помыли, все чисто и красиво.